Всем привет, ребята. Привет. Мы в Алании. Турция. И сейчас хотим пройтись и вам показать рынок, который приезжает каждый день в разное место. В понедельник он на этом месте. Давай, покажи. Возле отеля Blue Wave. Относительно пляжа. Карта Maps.me. Мы ей пользуемся постоянно. Кому интересно, рынок вот здесь. Вот. В крайнем случае он находится здесь по понедельникам. И сейчас походим и вам покажем. Пока что рынок только шмоточный. Но нам сказали, что дальше где-то будут и фрукты, и овощи. Турецкие футболки, постели, полотенца. А вот и ценники висят. Все можно 4 здесь штуки купить. 10 евро, блин. Да, 4 футболочки 10 евро. Это даже маечки. Куча обуви, шлепанец. Короче, ребят, купить можно абсолютно все. Даже если вы потеряли, утопили, посмотри, не привезли. $3, 3 евро. Евро – это балетки такие. Знаете, сейчас их носят. Или 18 лир. Mm-hmm. Да, курс 5,8 для вас сейчас. Курс, да, доллар, 1 доллар 5,8. Такие восточные разные костюмчики висят. Украшения. Ну и кошачий глаз. От сглаза. Здравствуйте. Заходи. Дякуємо. Зашли. Вот, куча разные пастилы, кальянов, чаев. Hello. В общем, все пристают, как обычно, так что или проходите, не обращайте внимания, или покупайте. Давай посмотри, это кальян. Здравствуйте. Наборчики специй, уже который год их продают. Да? Специи? Специи. How much? Ира доллар. Сколько? Лира, доллар? Доллар. Доллар. 12 долларов. 12 долларов наборчик специй. Спасибо. Приемлемая цена, но у нас... Да, 10 долларов. К сожалению, да. 10 долларов уже бегут, отдают. Я думаю... В общем, ребята, я думаю, за 5 можно это все купить. А, все уже. Ребята, кстати, рынок до 8 часов. Да, мы немножко не успели. В 7 часов вечера и уже начинают собираться, закрываться. Ну, мы немножечко вам покажем. Смотрите, какая чурчхела. Она, наверное, метр. Просто огромная. Специи. Поздно мы немножечко пришли. Что сумеем, то покажем. Сумки, кожа, кошельки. Духи, ну вы сами понимаете, да, что покупать их тут не стоит. О, кстати, мы в Duty Free видели оригинал. Значит, это паленка. Потом положишь, пожалуйста, девочка. А сколько стоят такие? Какой? Ну вот такие, да. 18 долларов, девочка. 18 долларов, спасибо. Не, а ты-то, пожалуйста. Давайте просто паленку. Нет, спасибо. Полотенца. Просто не белье постельное, все можно здесь купить. Я вязаный, але нормально так. Привет. Куртки, спортивные костюмы, Шанели, Луи Виттоны, ну и все. Говорят, чтобы здесь полотенца не покупали, потому что, как и духи, полотенца паленые. 8 евро, 10 долларов. Футболки какие-то. Футболочки. 8-10 евро, долларов. Полотенце, знаете, как проверить? Берете капельку воды, капаете на полотенце. Если капелька остается, значит, оно воду впитывать не будет, оно плохое. А если сразу впитывается, значит, хорошее. Тогда берите. Проверим? Спасибо. Куча аксессуаров на любой вкус. Мерять, не перемерять.
Ребята, ходим уже по рынку минут 15, пока мы что-то ничего не можем присмотреть. Ничего интересного нет. Да, такое все, мягко говоря. Как обычно, сувениры, да. Шифпотреб по нереальным ценам. Идемте дальше посмотрим. Ну, хотя цены есть реальные на какие-то футболки. Что они так постоянно скидывают какие-то... А это крепежи. Крепежи. Шлепанцы, смотри, прикольные. Вроде бы кожа, да? 36. Сколько стоит? 18. Лир? Доллар? 18? 100. А, 100 лир. Все. Делим на 5,8. Получаем цену в долларах. Полотенце вот огромное, смотри, Аланья. Да. Но оно не толстое. Hello. Сколько полотенце большое? Сколько? Евро. Сколько? 12 евро. 12 евро. Спасибо. 10 евро. В общем, под вечер делают скидки, да не только под вечер. Уже 8, уже 8 евро нам кричат. За 5, наверное, взяли бы евро. Думаю, что можно и за 3 его забрать. И не евро, а долларов. Вот такие, смотрите, пахлавы, халвы, разные коробочки, литраж разный, масло оливковое, орешки, знаете, да? Местные. Чек. Можно все купить на любой вкус. Окей. Не любят они сниматься, походу, да? Кто их знает? Я здесь. Привет. Да. Такие мохнатые тапочки. Тапочки. Сколько такие стоят? Подарок. Нет, спасибо. Камера финиш. Вас ждут здесь подарки, да? Снимать. Видишь, камера финиш. Тунички вот такие турецкие, восточные, вернее. Насколько я понимаю, где не сильно честные, там нельзя снимать. Найки. Думаю, они турецкие или китайские. И опять же, вот такие вот киоски с разными кремы, они, не знаю, уже несколько лет такие продаются в Турции. Мне как привозили лет 10 назад такое. Да. И до сих пор, да, их продают. Какие-то детские штучки. Привет. Мыло оливковое. Можно, кстати, наборчики купить такие на подарки. Нет, спасибо. Соус на шарап, орешки. Ну, такие легенькие. Да, хбшечные. Да. Или лен, нет, хб. Рубашечки. Привет, пробовал, ты мне Россия. Россия привет передали. Да, Россия вам привет передали. Hello. А что, подожди, да, я снимаю, что это такие. А, это сладости такие. Да, всякая. Но? А, нет, спасибо. Можете попробовать шоколадки всякие. А вот, 5 футболок 20 евро. За 20 евро можно купить 5 футболок фирменных Найков, боссов. И Гуччи с Левайсом. Ну, качество не будем утверждать. Может быть вот и нормально. Может пощупать. Ну, народ берет. Значит, хороший. Да. На позагорать хватит. Вот такой, ребятки, базарчик. Да, со он всякими, еще идет дальше, я так понимаю. Со всякими турецкими штучками.